crumbling down. Lately I'm struggling, been feeling this pressure, and lately I'm wondering, maybe I'm crazy or maybe my mayday is coming and I just keep crumbling. The road it gets harder, I know I'm a father, got hope for my daughters, but how can I show them the way when I'm lost? Too painful to cross, I'm taking the odds, I pay what it costs. Вау! Этот воздушный шепот и такая высота звука. Я уже как-то говорил об этом. Некоторые певцы делают это без особых усилий. Даже когда это звучит так тихо. Ведь сейчас здесь нет какого-то мощного звучания. Какой же красивый тон. Моя душа просто улетела в небеса. Это пианино и его голос на фоне. Этот воздушный шепот, переливающийся в высокие ноты. Что? Там же сейчас было 4 разных певца. Вот это диапазон. Смены тональности и сама техника пения в целом. Там есть момент, где у нас начинается опера, но потом, откуда ни возьмись, звучит бас. А теперь он поет как мужчина. Какой контроль. И мне нравится, как они смешивают это. Я о том, что когда он берет высокие ноты, то это звучание отдается эхом, перетекая с одного наушника в другой. Это такое смачное отражение эха. Это такой парень, который врывается в любой вокальный конкурс и побеждает там чисто по приколу. Я знаю, что он проделал большую работу, но это также природный божий дар. Это же просто... Вау! Невероятно! Вот знаете, как он так перескакивает с регистра на регистр? И по нему же вообще не скажешь. Зачем нам музыкальные группы, когда есть Димаш? Я спою это, вот это, ну и вот это. Ну а чё мелочиться-то?
Безумный вокальный слайд. Непостижимы. В этом есть сила музыки. Тебе даже не надо понимать язык. Просто слушаешь, и это будто говорит с тобой на другом уровне, откликается в твоей душе. И хотя ты даже не знаешь, какие там слова, ты понимаешь их, потому что это эмоция. И да, в техническом плане у тебя может быть невозможный диапазон. Он же здесь взял все ноты, какие есть, и спел их безупречно. Но даже так всегда должна быть эмоция. Здесь он показал, сколько он вложил и сколько сил отдал. Он особо не двигался, не ходил туда-сюда и не пытался наполнить собою всю сцену. Но народ, это же было захватывающе. Он держал все под контролем, стоя на одном месте, потому что у него был эмоциональный контакт. Он чувствовал это. Это было превосходно не только технически. Здесь была эмоциональная связь с музыкой. Столько красоты и душевности в этом. Он словно отдал там все. Я сидел как завороженный, и мне не хотелось останавливать это. Мне было что сказать, но я так хотел, чтобы это продолжалось и было воспринято целиком. Вот это да, это вообще не мой жанр, так как я рэпер. Но я признаю его талант, ведь это все искусство музыки. Невозможно не ценить того, кто настолько особенный. Это какой-то другой уровень. Он просто сделал мой день. Димаш, ты официально прокачан.